Вітаю глядачів телеканалу «Трофей на дальньому кордоні». Сьогодні наш гість – Микола Рудь, який все життя займається ловецькими птахами. І мені б хотілося запитати, з якого часу, власне, ти почав займатися цією справою? Я почав цим займатися з дитинства. Це було обумовлено тим, що я виріс в Києві, на Подолі. Вот, это гора Щековица и улица Олеговская. Вот этим было обусловлено то, что я имел интерес к птицам. Почему? Потому что над нашим двором была горка. Вот эта улица, которая ведет, все знают, с Подола видна эта вышка большущая. И вот я жил на этой улице. И там, на этой горке, издревле, с древнейших времен всегда птицеловы ловили птиц. Тоді, перших птиц. Власне, коли полювання ще називалося ловами. Ловами, так, звичайно. Так от, ловили птиц перчих в основному. І от один раз я маленький слідив за вот этими птицеловами, як вони все це роблять. Що вони, як вони сети розставляють, як вони тайники свої розставляють. И вот не я один, а там многие наблюдаем, и такой себе дядечка был лет так 60, я так думаю, ему тогда было, вот, может, моложе. И вот в сеть вдогонку за щеглами влетел ястреб. И вот он поднимается из своего, значит, лёжки, идёт и говорит: да, сейчас скрутим голову. То есть птицеловы ястребов не любили. Вот. Ну и я, значит, вижу, что смерть приближается. Он такой красивый, глазастенький, птичка прекрасная. Он такой мне понравился. Вот. Я подбегаю к нему, говорю: дяденька, я вас куплю. Не убивайте птичку. Да зачем он? Это такой гад, это хищник, это все такое прочее. Я говорю: я вас куплю, у тебя денег нет. Я говорю: есть, деньги есть. Откуда? Я говорю: я на аквариум собираю. Ну и вот он, значит... Замість риб, да. Власне, ты почав захоплюватись. Говорит: не продам тебе, ты его выпустишь, это такая вредная птица. И, значит, вот вижу, сейчас голову оторвет. Я ему кричу: вовек у вас денег не будет. Он встал, птиц ловит мужик. Детей кормить, а тут ему говорят, что у него вовек денег не будет. Ну и, в общем, короче, на, говорит, иди выпутывай. Я пока его выпутывал, этого ястреба, все руки поцарапал, он меня покусал. Но я шел счастливый домой и нес птицу эту. Это был твой первый ястреб? Это был мой первый ястребок. И у нас жила соседка, у нее, она грузинка была, у нее брат был грузин, он приезжал в Киев изредка. И вот она говорила, что он занимается ловлей перепелов с ястребами, они у них называются мимино. Я этого грузина ждал очень сильно, когда он приедет и расскажет, как же это делать. А я, значит, там просил маму деньги на пупки, на этих, на базар ходил, цыплят ему покупал и кормил. Вот так вот у меня появилась первая птица. И я всю жизнь мечтал поехать в Грузию, увидеть, как люди охотятся. Вот. И вот где-то 50 с небольшим мне удалось таки поехать в Грузию и снять в Грузии и в Турции снять 3 фильма об этом и написать книгу. Вот это всю жизнь я занимался тем, что я собирал материалы по охоте с ловецкими птахами и мечтал написать книгу. Книгу я написал, а сейчас пишу уже, так сказать, обновление для этой книги, второе издание готовлю. Не так давно у Абу-Дабі був форум, присвячений ловецьким птахам. Ти був представником від України. Да, я був представителем від України. Це було дуже цікаво. Вот. І я побачив там огромне кількість сокольників. Це настоящі сокольники, з'їхались зі всього світу. Я хочу попутно сказати, що соколіна охота ЮНЕСКО признана достоянням людства. Это один из самых важных документов, это одно из самых важных событий в жизни всех сокольников всей планеты. Вот. Во всем мире соколиную охоту защищают. К
сожалению, об этом я не могу сказать, что вот такое положение тоже в Украине. Вот. Что еще интересно, что законодательство всех стран, если это касается охоты, делается с учетом соколиной охоты. Это обязательно. Ну, например, первые такие две страны, Индия и Монголия, которые запретили все виды охоты и разрешили только соколиную охоту, только охоту с ловчими птицами. Это с ястребами, с соколами, с беркутами. Вот. И это очень важное такое событие жизни, скажем, любого сокольника, жизнь которого связана с соколиной охотой. У нас в Украине очень много хороших, умных, образованных сокольников. Вот. Это люди, которые всю свою жизнь посвятили этому виду охоты. А переважно на Украине какие птахи використовуються для ловів? Ну, сейчас, понимаете, расширились возможности. Есть не только, скажем, природные птицы, как, например, малый ястреб, большой ястреб, там, сокола различные. Вот. С беркутом у нас только один человек охотился вот, за всю историю, насколько мне известно, вот, новейшую историю. Но есть также уже сейчас большое количество гибридов. Вот. Гибридных птиц, которые... Вот тот же Карл Пуфбергер, мой очень добрый знакомый в Австрии, он делает гибриды. И у нас сейчас уже делают гибриды. И очень много хороших сокольников, которые освоили это дело. Вот, скажем, Александр Власенко – это очень хороший специалист, который очень хорошо разбирается в этом, много сделал. Он был представителем международной организации сокольников ИАФ. И у нас это тоже осваивается сейчас, и я думаю, что мы не отстаем от, так сказать, мирового процесса. И это очень утешительно для меня. А яка екологічна складова в цьому питанні? Ну, знаете, я вам хочу сказать, что охота с ружьем, она несет опасность большую, и сейчас уже человечество осознало это. Эта опасность представляет собой свинец. Дело в том, что опасность свинца была известна издревле, и многие кузнецы, которые, так сказать, делали грузила для сетей рыболовных, делали другие какие-то изделия из свинца, они знали, что свинец очень вреден. И особенно много знали об этом алхимики. Они четко знали, к чему приводит, вот, так сказать, общение человека с свинцом. Вот. И был такой очень известный ландграф, который в XVI веке издал указ, запрещающий в его землях охотиться с дробью. Вот. И сейчас уже этот процесс, так сказать, дошел до того, что уже есть дробь металлическая, измененные конструкции ружей. Вот. У нас пока мы отстаем в этом, но я могу сказать, что суммарное количество выстреленной дроби, она остается в природе, год от года накапливается, и это очень серьезная проблема. Особенно если, скажем, ученые там берут в водоеме в каком-то, где ежегодно охотятся на водоплавающую птицу, там на уток, вот, и драгой достают с квадратного метра, буквально есть такие хозяйства, где больше килограмма дроби. А это весьма нежелательная вещь. Поэтому соколиная охота в этом смысле, она уникальна по своим возможностям, потому что она позволяет избирать, выбирать, изымать из естественной популяции невалидных особей, которые неправильно перелиняли, которых имеются глисты, которые болеют какими-то наследственными заболеваниями. Эти экземпляры не должны вступать в процесс воспроизводства. И вот сокол, ястреб, он может изымать, эффективно изымать безболезненно этих птиц из природы. Ну що ж, я думаю, ми ще матимемо змогу продовжити розмову про полювання з ловчими птицями. І Микола завітає до нас на дальній кордон.
А сьогодні ми маємо змогу подивитися випуск «Ні пуху, ні пера», у якому розповідається, як з гнізда береться пташеня, яструба, тетерев'ятника, і як полюється із яструбом-перепелятником. Ці зйомки були проведені і на Чернігівщині, і на Донеччині. Їм уже багато років, але тим не менше, я сподіваюся, що для наших глядачів це буде цікаво. Вот старое гнездо ястреба-тетеревятника, которым он пользовался много лет назад. Сейчас оно заброшенное. Ну, заброшено оно прежде всего, потому что дерево само по себе высохло. Ну, обычно на гнездовом участке ястреба-тетеревятника находится не одно гнездо. Как правило, два, три, может, бывает больше. И уже после того, как птица полностью оперилась, набрала соответствующую массу, с ней можно практически начинать сразу притравку и охоту. И эта птица, которая взята из гнезда, она, ну, я бы сказал, можно даже сравнить с собакой, вот, которую, как говорится, уже вырастили, выненчили и все такое. Ну, а там зависит, конечно, есть разные варианты, разные случаи, все зависит от птицы, потому что каждая птица – это индивидуальность. Вот. На подходе к гнезду, вот отсюда оно уже заметно. То есть еще где-то останется неделя-полторы, и птенцы повылетают из гнезда. Все зависит от количества гнезда. Конечно, последний вылетает позже, а первые, эти уже через недельку будут на крыле. Птенцы как раз в таком состоянии, что брать самый оптимальный вариант. Не видно больше птенцов? Ястреба-тетеревятники обычно гнездятся в больших лесах. Рощ там, лесополос, такого они, как правило, избегают. Потому что им надо место уединенное, глухое. Ну и обычно выбирают, чтобы рядом было или поляна, или болото, или какая-нибудь просека. То есть можно было контролировать окрестную территорию всю. Аккуратненько. Все. Можешь отвязывать, Серега. Да, да. Все, отвязывай. Отвязывай. Так. Что мы здесь видим? Самца я уже вижу. Так. Вот один птенец.
один тенец, сейчас аккуратненько мы его достанем. Это самец тетеревятника. Вот, смотрим по лапам, лапы. Емь маленькая и толщина. Видите, какая вот? Это самчик. Вот, смотрите, возраст примерно 2-2,5 недели. Или чеглик, как раньше их называли. Так. Смотрим следующую птицу. Достаем. Так, да, это, конечно, вижу, птица покрупнее уже. И по весу, и по весу. Так, это, похоже, самочка, да, это самочка. Самочка ястреба-тетеревятника. А самочки крупнейшие? Самочки крупнее. Обычно разница в полтора раза у них. Самца и самки, по весу. Ну и по размерам, конечно, тоже отличаются. А с чем это повязано? Связано это с тем, самка несет основное бремя защиты гнезда. Ну и это во всех хищных птиц, без исключения. Самки крупнее самцов. А самец, он более маневренный, более скоростной. Не страшно было лазать? Страшновато. Страшновато, высоко, дерево шатается, цепляться не за что. Птица дикая, агрессивная. Наоборот, секунду подержи. Тяжеловато. Аккуратно. Назад легче. Я сначала самочку, потому что она тяжелее, чтобы она не дала. Нет, встал вот так вот. И помоги, это самое, раздвинь. Значит, юридическая сторона этого дела. В принципе, в природе изымать птиц законодательством Украины запрещено. Но в этот запрет не уходит птицы ястреб, тетеревятник. Значит, изымать его с гнезд можно, подготавливать к охоте можно. Значит, для этого надо заплатить госпошлину Министерство лесного хозяйства и получить разрешение в тех угодьях, где изымается птица. В принципе, вот эта юридическая сторона на этом закрыта. Все. Все это, естественно, у нас имеется. Охота с ловчими птицами с давних времен считалась особенной забавой. В книге русского царя Алексея Михайловича «Урядник Сокольничья пути» есть такие строки. «Будете охочи, забавляйтеся, утешайтеся сею добрую потехою, зело потешно, угодно и весело, да не одолеют вас кручины и печали всякие». Избирайте дни, ездите часто, напускайте, добывайте не лениво, бескучно, да не забудут птицы премудрую и красную свою добычу. Поскольку наш рассказ об охоте на перепела с ястребом-перепелятником, мне тут же хочется вспомнить литературное наследие Аксакова, который также был увлечен охотой с ловчими птицами, и процитировать его наблюдения. Итак, охотник выходит в поле, имея в вачике непременно вобила. Собака приискивает перепелку, останавливается над ней. Охотник подходит как можно ближе, поднимает ястреба на руке как можно выше, кричит «пиль», собака кидается к перепелке, она взлетает, ястреб бросается, догоняет, схватывает ее на воздухе и опускается с ней на землю. Тоже фактически все произошло по Аксакову, с той лишь разницей, что охотников было двое. Это вот, можно сказать, типичная охота с ловчей птицей. То есть собака нашла дичь, сокольник просто, ну, я просто подошел, и собака ее выпустила, а птица ее поймала. Но так бывает, в принципе, не всегда. То есть перепела сейчас жирная, летать им тяжело. И поэтому у перепелки тут, в принципе, шансов не было. А была бы эта куропатка, тут бы еще неизвестно, что было. То есть, поймала бы она ее или нет, это под вопросом.
А что это за двеночки в него на ногах? Это вот здесь она недалеко улетела, в принципе, то есть мы видели. А она же может угнать и за 100 метров, и за 150, и за 200. И упадет в траву, и она ведь маленькая, ее же не найдешь. Так она хоть шевелится, хоть ее слышно. Когда она щипает птицу, тоже слышно, она дергается. Тихо, успокойся. Молодец, хорошая девочка, хорошая. Да, хорошая, молодчашка. В этой охоте еще есть такой момент, что собака, которая не имеет дальнего чутья, вот сработала на коротке. Поднятый перепел поднимается рядом, и то есть перепелятник меньше сил затрачивает на догонку, и шансов его потерять фактически исключается. Ну, мы продолжаем, там собака вот работает, становится в стойку. Где ж перепелки? Уже отобрал я ее. Процесс охоты именно заключается в том, чтобы как можно быстрее забрать у птицы добычу. То есть, чтобы она не наелась. Таким образом, то есть я и даю поощрение, но это все очень дозировано, небольшими порциями, чтобы на как можно более долгое время можно было охотиться. Так как они летают здесь перепела, то есть она не устанет. Здесь она просто может наесться. Если сейчас ей давать возможность давить, то она просто наестся и все на этом. Охота кончится. Птица, она разная есть. Есть такая, которая откажется, умрет, но на руку и мяса есть не будет. То есть, если ловят дикую птицу, и она не хочет, и не ест это мясо, то есть она непригодна для охоты, выноски она не подается, такую надо выпускать. А именно есть покладистые, есть, как говорят, талантливые. Каким бы внимательным ни был ястреб, но иногда и он ошибается. В подобных случаях в старину говорили «обзарился». Вот так вот птица отзывается в случае промаха. Был промах? Нет, она в принципе попыталась поймать жаворонка, который от нее ушел. Для нее это в принципе нормальная добыча. Она их ловит тоже на уровне с перепелами. Жаворонка ее поймать намного труднее, чем перепел. Самка ястреба значительно превосходит размерами самца, поэтому в охотах используют именно ее. Это была еще молодой, много кричала и тревожилась. То есть птенец взят достаточно маленьким, и он воспринимает меня как своего родителя, то есть он у меня выпрашивает корм. Уже более птенцы, взятые в более старшем возрасте, или слетки, отловленные уже в природе, они никогда не кричат. То есть они уже воспринимают человека, я не знаю, там как партнера по охоте, еще может как-то. Но уже не как родителя, то есть они не кричат никогда. А это вот, в принципе, птичка кричит и сытая, и голодная. Это, в принципе, не очень страшно, то есть ее крик можно нормально переносить. Стервятник кричит куда сильнее. Разумеется, без хорошего легавого собаки, сработанного с ястребом, эта охота была бы невозможной. Имеет такую
свои дипломы. По перепелу работает. Работала и по лесе. Хорошо, неплохо бывает у меня получается. Знаю, что такое соколиная охота. То есть спокойно относится к этим птицам. В отличие от соколины, которые бьют жертву с высоты, ястреб, используя преимущество в скорости полета, бьет добычу в угон. Это, как говорят ученые, орнитофаг. Он, кстати, конек. То есть это птица, которая питается исключительно птицами. То есть в основном это мелкие птички. За что они где-то с 50-х годов нещадно отстреливаются, как вредители. Из-за этого их стало очень мало. В принципе, сейчас найти ловчую птицу, достать, это проблема. То есть приходится где-то кому-то заказывать через пятые руки. Бывает и так, что ястреб, как говорят, заупрямится. Тогда охотник использует вобило, чтобы подозартить птицу. Связка крыльев, здесь должно быть немного мяса, чтобы птица клюнула, то есть она не должна бояться вобила. Это на таком шнуре находится и происходит, то есть подзыв птицы, если она заупрямится почему-то по какой-то там причине. Упражнение с вобилом, кажется, помогло. Аксаков писал, что самая богатая, добычливая травля перепелок бывает во второй половине августа и, смотря по погоде, иногда в начале сентября. Перепелки превращаются в жир, тяжелеют и, пролетев несколько шагов, падают на землю. Даже не видя ястреба, поднимаются неохотно, а завидя его, лежат так плотно, что мне случалось брать их руками. Невежливая и поважная к этому собака переловит много таких перепелок. Без сомнения, главное удовольствие в охоте доставляет резвость ловчего ястреба и доброе чутье и вежливость легавой собаки. Перепелка западает настолько сильно перед перепелятником, она боится его. То есть можно фактически ловить рукой. Она, ну чуть-чуть мне не хватило, я уже руку вот так вот занес, ее достал. И вот смотрите, вот перепелятник, вот, живая целая птица. То есть эта птица ловит в основном для удовольствия. То есть ее, она со своим хозяином работает в паре. То есть это, можно сказать, классика старой нашей охоты.
поохотились полтора часа. Значит, добыли 6 перепелок. Перепела здесь было достаточно. Но учитывая, что охотились птицы, не было произведено ни одного подранка. То есть птица уходила или чисто уходила, то есть вылетала, или же была взята, добыта. Значит, получили массу удовольствий. И как отдохнули, как наши деды. Что же, как уже говорилось, будете охочи, забавляйтесь, утешайтесь сею доброю потехою, да не забудут птицы премудрую и красную свою добычу. Ну що ж, ось таке полювання. Сподіваюся, що воно матиме своїх прихильників в Україні, а тобі, Микола, ми даруємо нашу візитівку, і я тобі дуже вдячний за те, що ти пропагуєш цю культуру полювання з ловчими птахами, і сподіваюся, що ми ще зустрінемося з тобою на дальньому кордоні.